Здравствуйте! На нашем телеканале очередной выпуск программы «Подальше от греха». С вами Юлия Десамидзе. В программе мы будем обсуждать вопросы нарушения канонов и заповедей в общепринятом христианском понимании с представителями Православной Церкви. Суеверие – предрассудок, в силу которого многое происходящее представляется проявлением сверхъестественных сил, знамением судьбы или предзнаменованием будущего. Сегодня я буду кутить весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Зелье или, может, ведьминой воды? Будет вам и ведьма, и ведьмина вода. О, нечистая сила! Сгинь! Ей-богу, ведьма! Сгинь! Сгинь! Что крест животворящий делает? Были демоны, мы этого не отрицаем, но они самоликвидировались. Если задуматься, то легко заметить, что слово «суеверие» состоит из двух слов – «вера» и «суета». Суеверие – это вера в суетное, тщетное, пустое, не имеющее истинной ценности. Самое интересное заключается в том, что практически не существует универсальных суеверий, которые были бы одинаковыми во всех странах. У каждого народа существуют какие-то свои приметы, которые в других государствах могут означать нечто другое, а зачастую совершенно противоположное. Это показывает на их противоречивость. Рассмотрим этот факт на примере суеверий, связанных с кошками. Черные коты приносят удачу и достаток, английское поверье. Черный кот на крыльце – достаток в доме, шотландская примета. Остерегайтесь людей, которые не любят котов, ирландская пословица. Дом без кота или собаки – это дом скряги, португальская пословица. Кошка дарует жизнь, благополучие и здоровье, она делает это каждый день и обеспечивает спокойную старость. Надпись на древних могилах. Во время грозы надо обязательно выкинуть черного кота из дома, иначе он притянет к себе молнию. Русское народное поверье. Такая противоречивость толкований тех или иных примет свидетельствует о том, что все это не что иное, как обыкновенные человеческие суеверия и предрассудки. Мнения жителей Березова по данному поводу разделились. Что такое суеверие? И верите ли вы в них? В суеверие я не верю. И верю в одного Господа Бога. Да, суеверный человек. Но я понимаю, что это, наверное, грех. Но тем не менее, суеверие, на мой взгляд, есть врожденное, которое ты впитываешь еще с детства, есть приобретенное. У меня, скорее всего, суеверие приобретенное. В частности, учитывая, что у меня аэрофобия, я всегда стараюсь заходить в воздушное судно последним, с правой ноги, присаживаться в салоне всегда с правой стороны и желательно с хвостовой части воздушного судна. Что касается иного, на мой взгляд, также приобретенного суеверия, не касающегося аэрофобии. В любом случае, несмотря на то, что я руководитель, у меня есть свое руководство, и я всегда захожу в кабинет к начальству с правой ноги. И вроде пока, все нормально. Суеверие стараемся не верить, но все равно получается так, что волей-неволей что-то совпадает. И потом как-то хочешь не хочешь, но веришь во что-то. Вилка упадет, постучишь по полу. Ложка упадет, постучишь по полу. Не ходите, сидите дома. Верим, не верим, все равно мы их опасаемся. Для меня самое страшное суеверие – это вернуться. Уйти из дома и вернуться зачем-то. Вот этого почему-то я все время опасаюсь. Хотя, наверное, это предрассудки. Суеверия, предрассудки в той или иной мере, наверное, прочно заняли свое место в жизни практически каждого человека. Чтобы понять, почему это происходит, все-таки давайте разберемся, отец Сергий, что такое суеверие на самом деле? Само слово, прежде всего, когда мы слышим слово «суеверие», мы видим, что оно состоит из двух частей, то есть «суе» и «вера». Вера, она как раз и противоположна суеверию. То есть само слово «суеверие», оно переводится иначе как
пустая, да, суетная, пустая, либо ложная вера. В противовес уже той вере, которую нам дал Господь. И знание о истинной вере, о правильной вере мы почерпаем прежде всего из Священного Писания, из книг Ветхого Завета, Нового Завета и учения, опять же, самой Святой Православной Церкви, которая излагается в Писаниях и в творениях святых отцов. А сами же суеверия, они появились прежде всего от незнания, либо от искаженного знания, которое имели когда-либо люди. Очень много суеверий в нашем народе, к сожалению, из тех глубоких еще времен, языческих времен, когда Русь наша с вами не была просвещена истинной верой, а языческая вера, как мы с вами знаем, она ложная, она приводит людей ко многим очень заблуждениям и, конечно же, страшным грехам, которые и совершали язычники. В быту особенно очень много, мы знаем, всяких суетных верований. Там кошечка черная перебежала, все у тебя будет плохо через твою дорогу. Пройдешь ты под двумя столбами, которые вот так стоят, значит, юбочкой или как там они называют. Такое у тебя произойдет в этот день несчастье, там так будет все плохо. Значит, баба с ведрами пустыми перешла дорогу, там опять у тебя несчастье, опять тебе будет плохо. То есть вот, а с полными все хорошо. Много примет существует, насколько мне известно, то, что касается непосредственно самой церкви. Как, околоцерковной. Да, околоцерковной, иначе это называется. Людей, которые не так часто приходят в православный храм, не так часто изучают, может быть, даже читают, не то что изучают, Священное Писание. И, конечно, вот в этих околоцерковных кругах, среди людей, которые не просвещены, надо понимать еще, что причиной суеверий бывают очень многие незнания. То есть можно сказать, что суеверие порождает духовную безграмотность. То, что касаемо самого храма, прихода в храм и даже многих таинств, которые совершаются в церкви, то есть люди от своей духовной неграмотности начинают придавать значение абсолютно неважным вещам. То есть здесь, наверное, важно для людей отличать традицию от суеверий. То есть, к примеру, да, вот есть суеверие, что если погасла свечка, там будет несчастье, да, если упала свечка, будет несчастье, если споткнулся в церкви, тоже будет что-то нехорошее в любом случае. Это всего лишь, опять же, стечение обстоятельств. А на самом деле традиция, она ведь иные правила диктует, правильно? Она даже противоположна. Если, может быть, взять вот такой великий праздник, как Рождество Христово, и такая благочестивая традиция, как коледование, да? То есть вообще, что такое коледование? Когда один православный человек на святках приходит в гости к другому человеку, перед тем, как войти даже к нему в дом или в квартиру, он начинает петь тропарь. Это тропарь – это песнопение церковное, которое прославляет Рождество Христово. Заходит к нему в дом и начинает опять же совершать некоторые песнопения, которые называются колядки, исполнять их. В этих песнопениях человек прославляет опять родшегося в мир младенца Христа и прославляет этот праздник Рождества. Вот в чем, по сути своей, и заключается, да, коледование. Что же у нас сделали наши далеко не просвещенные миряне? Одеваются и наряжаются во всякую нечисть, приходят в дома, в квартиры к людям, забрасывают все пшеном и рисом, и потом произносят еще какие-то несуразные стишки и песнопения поют, которые никакого отношения не имеют к Рождеству Христову и, конечно же, к коледованию. То есть вот мы видим с вами истинное и ложное. А что в Библии сказано по поводу суеверия? Может быть, о суевериях мало, что мы можем увидеть в Библии, но те традиции, к сожалению, которые закоренились в нашем народе, и они ложные, о них в Библии говорится очень четко. Порой человек задается себе вопросом,
опять же, касаемо Рождества, касаемо крещения, вот, принято везде, вроде бы принято, и по телевидению, и в газетах, и в интернете нам могут сказать о том, что на крещение надо гадать. И это, знаете, очень давняя такая традиция, везде гадали и всегда гадали. И гадать это, вообще-то, даже очень хорошо, потому что вы хотите знать свое будущее, вы хотите вот, узнать, что же с вами будет. Поэтому возьмите и погадайте. Вот. И очень многие люди говорят, ничего в этом нет плохого. Но на самом деле, чтобы узнать, а можно ли гадать, а можно ли обращаться к людям, которые вызывают мертвых, якобы, да? То есть приходят некоторые духи. А можно ли заниматься спиритизмом, то есть вот вызывать опять же каких-то духов, чтобы они нам что-то открыли или рассказали? А откуда мы можем узнать достоверную информацию? Конечно, она сохраняется и есть прежде всего в самой Библии, в Священном Писании, потому что Библия – это не простой какой-то, знаете, такой вот роман, это ведь не простой какое-то художественное произведение, это не просто даже публицистика или там некоторые думают, что вот кто-то когда-то взял и написал. Надо понимать, что Библия – это Священное Писание, которое открывает нам волю самого Господа. Но я думаю, если Господь нам скажет «правильно, да, делайте это», мы будем делать правильно. Если Господь скажет нам «не делайте этого, потому что я запрещаю». Поэтому человек должен, конечно, по крайней мере, человек, который верит в бытие Господа, и для него авторитетом, прежде всего, является Священное Писание. Там, в Библии, мы можем найти ответ на этот вопрос. Прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это. Знаете? Дальше мы читаем. Из-за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет эти народы от лица твоего. Будь непорочен перед Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. То есть Господь тебе дает иной закон, который говорит о том, что именно и гадать, и прорицать не должно. Вот существует мнение, что когда люди суеверные, да, верят в примету, они каким-то образом пытаются предсказать, ну, ближайшее будущее. Да? Вот не стал я переходить дорогу перед черной кошкой, значит, у меня день пройдет великолепно. Да? Вот в какой-то степени предсказания. То есть человек пытается найти, да, какие-то пути, чтобы жить легче. И безопаснее. Многие до конца не понимают, но именно причиной суеверий еще являются и ложные страхи. Ложные страхи сделать что-то неправильно. Это особо касается, конечно же, людей, которые приходят в храм, в православный храм. Мы понимаем, что некоторые люди в храм приходят впервые, уже во взрослом возрасте. Некоторые приходят в храм очень редко, к сожалению. У нас очень большое количество жителей Березова и других городов России. В храм приходят 2-3 раза в год. Ну, это знаете как, вот я верующий, поэтому я прихожу в храм на Рождество, на Пасху и, конечно же, на крещение. Или когда плохо. Да, или вот уже вот жареный петух, как говорят, уже клюнул, уже обошла всех бабушек, обошла уже всех экстрасенсов, обошла всех колдунов, обращалась к ним за помощью, никто не помог. А схожу-ка в церковь. Говорят, поможет, свечку поставлю. А взяла да поставила не туда. Вместо о здравии поставила за упокой. Все, конец света. Еще хуже стало, да? Еще хуже стало. Видите, какая суетная вера. Видите, насколько страшно это суеверие. Потому что, кроме того, что человек ходил по путям кривым, как говорится в Священном Писании, если этот человек обратился к человеку, который не имеет истинного знания, ложное имеет знание, один обратился к другому. Господь говорит, если слепой ведет слепого, оба упадут в яму, и оба переломаются, и обоим будет очень плохо. Поэтому опасно верить людям, которые, знаете, говорят всякую отсебячину.
действительно отсебячина, которая суетная, ложная, неоснованная на истинном знании, которое мы с вами имеем. Богатейшее знание, ведь Священное Писание, Библия, она содержит в себе все законы. Вот если мы с вами пользуемся законом, есть у нас уголовный кодекс, есть у нас процессуальный кодекс, есть у нас земельный кодекс, есть у нас с вами много других сводов и законов, и подзаконных актов. Но мало кто знает, что до того, как появились все эти законы, был закон, который был дан Господом. И он дан нам в Священном Писании, в Библии. Если мы внимательно будем читать с вами Библию, тут есть уголовный кодекс, тут есть процессуальный кодекс, тут есть земельный кодекс. Здесь есть все. И вот этим ценнейшим, богатейшим знанием миллионы людей пренебрегают. И они не имеют истинного знания, и они не имеют знания о правильной вере. Отсюда, конечно, вот это духовное их, духовный вакуум, который находится в душе каждого человека, естественно, он будет заполняться чем-то другим. Значит, ложным, значит, неправильным, значит, суетным. И отсюда появляются множество и множество этих суеверий, которые сопровождают по жизни этого человека. То есть можно сказать, что нарушая каноны, да, церковные, либо иные, человек тем самым в любом случае встает на путь неправильный путь, и он, скорее всего, должен сам осознавать, почему с ним происходит та или иная беда. Не из-за того, что он свечка упала там, потухла, да, не из-за того, что он споткнулся или черная кошка пробежала, или через его дорогу. Да, а потому что, наверное, что он где-то что-то неправильно делает. Поэтому Господь нас предупреждает, и тот человек, который духовно не просвещен, духовно не образован, он очень часто встает на путь ложный, действительно, жизни по этим суевериям. Потому что истинная вера, она ведь познается. Духовное знание, которое можно получать не только в духовном училище, семинарии и академии, на самом деле каждый мирянин, то есть обычный гражданин, живущий вот в поселке Березово, в Игриме, в Анзитуре или там в Сарампауле, человек может и должен получать эти духовные знания. Откуда он их может почерпнуть? Конечно же, прежде всего, из Библии, Священного Писания. Ну и надо понимать, что Священное Писание, оно должно пониматься в свете веры самой православной. Поэтому человек, когда будет приходить регулярно в храм, не раз, два и три в год, как делают многие, а каждое воскресенье, как заповедовал сам Господь, шесть дней трудись, день седьмой посвяти Господу. Потому что тот человек, который, к сожалению, идет по пути суетных знаний и вот этой ложной веры, он попадает в очень многие неприятности. Почему? Ну, потому что он идет по ложному пути. Потому что вот он идет и верит не Господу, не его святому закону, а вот каким-то предрассудкам, поддается каким-то страхам. То есть он, можно сказать, не заботится о своем внутреннем мире, он ищет легких путей, да? Проще, да, вот даже те люди, которые, вот, опять же, возвращаясь к околоцерковной, да, околоцерковному суеверию, возвращаясь, да, к крещению, вода крещенская, да, многие же даже в храм не заходят, но все с большой тарой едут на речку, набирают воды, моются, потом оставляют ее и считают, что все, на этом можно успокоиться и целый год жить спокойно до следующего крещения. Но это же заблуждение, опять же. Еще более страшное заблуждение. Если ты на крещение искупаешься в проруби, тебе простятся все грехи. Вот именно за год, который ты прожил, ты согрешил в чем-то. Потому что каждый человек понимает, что мы не ангелы, мы можем согрешать. А что для того сделать, чтобы быть чистым опять, вот, и у тебя совесть была спокойна? Надо искупаться на крещение. Пошел три раза в прорубь, занырнул и вышел уже безгрешный. Это страшное суеверие. Это ложь. Потому что крещенская вода, она не смоет грехи этого человека. Почему? Потому что омывается совесть человека только в таинстве покаяния. Когда человек приходит в храм и у Бога просит прощения на исповеди.
тогда он получит прощение. Со святой же водой, к сожалению, многие тоже поступают неправильно. Вот набрали там, вот что-то там в баню привезли, там, стали в бане и мыться. Это в корне своем неправильно. Набрав святую воду, мы должны знать, как правильно ей пользоваться. Как правильно? Да, значит, нужно же, святая вода должна храниться дома у нас, где-то рядышком, может быть, даже с иконами. Если это чистое место, которое пусть будет отдельное, там на полочке даже она будет стоять, да, но она будет стоять в этом чистом месте. Пить святую воду крещенскую, ее желательно натощак. То есть, когда мы еще ничего не кушали. Конечно, святой крещенской водой можно и запивать таблетки, можно и окропить себя, побрызгать на лицо или умыть младенца, когда он беспокоится, плачет. Вот. Это конечно... Основная суть, да, воды в чем? Основное – это, конечно, освящение. То есть, эта святая вода, она освящает, конечно, и наше жилье, потому что мы можем и делаем так, окропляем комнаты, дома нашего, постройки наши, и принимаем внутрь, да, как лекарство, можно так даже сказать, потому что когда мы молимся и просим, чтобы эта вода была на пользу душевную и телесную человеку. Поэтому очень важно знать, и эти знания можно почерпнуть прежде всего в храме. Знаете, вот мне говорят, вот пришли батюшка, и мне сказали, вот я беременная, мне в храм ходить нельзя. Я спрашиваю женщину, почему? Кто вам такое сказал? Да баба Маша. Но же это полный бред. Это же полная несуразица. Нет ни в Библии, ни в одной духовной книге такого вы не найдете. Есть дни, когда нельзя женщинам ходить в церковь. Таких дней нет. Ходить женщине можно в храм всегда, даже там в критические дни какие-то, потому что есть определенные правила, конечно. В этот день можно женщине нельзя, может быть, причащаться святых христовых тайн, или там, допустим, можно, придя в храм, помолиться, но не целовать иконы. Но прийти-то можно и нужно даже. А что такое церковь? Святыми отцами сказано, церковь – это больница души. Все-таки вот... Мы можем сейчас подытожить нашу беседу о суевериях. То, что касается околоцерковных, да, суеверий. Как человеку избежать, чтобы не встать, как говорится, на путь заблуждения, избежать вот этих суеверий? Избежать можно в одном случае. Это если мы регулярно будем посещать православный храм каждое воскресенье, заниматься самообразованием духовным. Тогда человек, конечно, будет знать вот эту истинную информацию, которая не искаженная, и человек будет постепенно, потихонечку просвещаться, и все эти суеверия, которые мешают жить человеку, они как чешуя отпадут от него, и человек будет находиться в том состоянии хорошем, добром, потому что он будет владеть не суетной верой, да, не ложной верой, а верой истинной, та, которая приведет его уже и к спасению души, самое главное. И никогда этот человек уже не уйдет на ложный путь почитания, допустим, вместо истинной веры, ложной веры. Мы знаем с вами также, да, есть много очень сект в России. В Российской Федерации насчитывается более 100 сект. То есть это же ложные пути, они ведут от истины, они уводят далеко человека. И, конечно же, почитание среди народа таких людей, которые служат далеко не Богу. Возьмите и колдуны, и экстрасенсы, и астрологи. Люди начинают верить чему угодно, но уходят на путь не тот, да, путь, который ведет их к заблуждениям. Поэтому тот человек, который будет просвещаться, он постепенно уйдет от этого всего плохого и придет к доброму и светлому, что и желаем мы всем нашим дорогим телезрителям и жителям Березово и Березовского района. Спасибо, отец Сергий. Еще говорят, что от суеверий можно излечиться смехом. Если смеяться над ними, то они искоренятся. И, к слову, есть одна хорошая примета. Не ешьте зимой на ночь, а то летом пожалеете. Может быть такое. Да, поэтому всего доброго и будьте подальше от греха.